Привет, я Сет Макфарлейн, и я очень рад представить вам трейлер нового сериала от Peacock «Тед», который расскажет про ранние годы Теда и Джона. Давайте глянем. Эй, Джонни, насколько эта школа отстой? Тебе не понравится. Насколько? Представь, что тебе дали по яйцам с такой силой, что получился омлет. Вот блин. Ты будешь ходить в школу с Джонни каждый день? Нет, спасибо. Тебе будет весело? Нет, весело мне не будет. Я же охраняю дом, пока вас, ребята, здесь нет. А что с телеком стало? Это случайность. Ты пойдешь в школу и отрастишь гребаные мозги. О, да ладно. Эй, придурок, ты что, с куклой приперся? Слышь, 90-е времена меняются. Сексуальное образование. Давайте начнем с мастурбации. Если собираешься давать домашку, то Джонни уже сделал утром. Закрой свой плюшевый рот! Я не курил, не трахался, у меня не было девушки. Я неудачник. Мы с тобой были лучшими друзьями всю нашу жизнь. И вместе мы поймаем кайф впервые. А можно в наркоты? Сделаем все правильно. Вот черт! Вы представляете? Мы как бы проживаем жизнь, осознавая реальность. Я не пойму, здесь какая-то утечка газа или что? Классный костюм, мудила! Может, вы оба не станете полными лузерами? Смотри внимательно, вот что такое жизнь. Блин, Тед, да я последняя целка в школе. Мы это исправим, нужно найти покупателя. Свежий пенис прямо Тед, здесь. Ты что творишь? Все еще с запахом нового пениса. Закрой свой рот. Я просто пытаюсь помочь.